Оттепель и то состояние, в которое она привела мордовские дороги, стали причинами появления в интернет-пространстве многочисленных видеороликов. Жители Мордовии ругаются на природные явления, на коммунальщиков, да и просто ругаются. Не в пример им представители другого региона страны размещают в сети кадры, которые завораживают и настраивают на позитивный лад. Вот так, например, замерзает Байкал. Вроде бы все обычно, ничего сверхъестественного. Вода из одного агрегатного состояния переходит в другое, и все же кадры можно пересматривать много раз. Как и вот эти. Здесь озеро уже покрылось льдом и поражает своей чистотой. Жители Мордовии в зимнее время любят запечатлевать на видео красоты республики. И даже с высоты птичьего полета. Это сейчас стала привычной съемка с коптеров, а раньше с этим было сложнее. И завершим этот обзор яркими красками другого континента. Там про зимнее время года толком и не знают.